Меня зовут Светлана Поздеева, мне 33 года, я представляю благотворительную группу «Доброе сердце». У нас разные подопечные есть. У нас есть детки, больные ДЦП, есть детки, больные онкологией, есть многодетные семьи, есть семьи с сложной жизненной какой-то ситуацией. Мне приходится взбадривать родителей. Конечно, ругаю часто. «Бери себя в руки», говорю, «взяла, и давай работать дальше». А что делать? Потому что ребенку по-другому не поможешь. Откуда во мне это? Было трудно, было, я не скажу. Мне очень помогли, моя мама помогла мне очень в тот момент. Я поняла, что я справилась с этим, и я помогу справиться другим людям. Всероссийская акция «Коробка смелости», мы приходим в класс, который нас позвал. Называем мы эту акцию в рамках акции «Коробка смелости» «Час добра». Деткам рассказываем, что вот бывают такие детки, которым очень сложно, которых мы можем поддержать. Маленькие им очень нравятся, а взрослые уже очень задумываются, да, что вроде как есть такое. И, конечно, знаете, что самое страшное? В каждой школе почти есть такие дети, которые больны онкологией. Мы приносим их в отделение, мы заранее договариваемся, что мы привезем, потому что все-таки туда пройти не очень так легко, да, не всех пускают. Мы договариваемся, что мы привезем коробочку, и они, конечно, очень рады. И как детки идут сразу на процедуру, им дают эту коробочку. Она такая прозрачная, в ней все видно, они могут выбрать любую игрушку. Да даже и спасибо не важно, самое главное, чтобы дети были здоровы. И если люди начнут помогать друг другу, а не искать только свою выгоду, то, наверное, мир станет лучше. А кто это может сделать, если не мы?